Мы к этой новой реальности шли определенное время. Это случилось не вчера. То, что в основе этой новой реальности не только геополитические вопросы, которые, ну, вроде бы каждого из нас конкретно не касаются. Менялся человек. Он становился все более и более цифровым. Он изменил свое отношение к работе. Потому что если раньше работа была для выживания, то потом она стала работой для удовольствия. Он стал более зависим от информационного потребления. Он стал менее стратегически мыслящим. Он стал более ситуативным. Он больше ориентировался на потребление, на какой-то такой гедонизм жизненный. Многие скучали, говорили, что вот недостаточные впечатления жизненных и так далее. Это было системное изменение в нашей психике. Что такое 3, например, а то и 4 часа в день, которые человек тратит на социальные сети? Это огромная часть жизни. Если он 8 часов спит, 8 часов должен работать, у него остается 8 часов, из которых он 4 находится в социальных сетях. И это нас поменяло.